как вы поняли по названию этого видео, то да, это видео о покупках с сайта AliExpress или AliExpress, все называют по-разному. В общем, вы поняли. Заранее прошу прощения за вот этот ужасный свет, потому что, ну, потому что вот так вот. И, короче, давайте без дальнейшей болтовни приступим к этому видео. Да, ребята, еще хочу сказать, что некоторые вещи, которые я сегодня покажу, вы могли видеть в предыдущем видео о подарок на Новый год. Вот тут вы можете его сейчас посмотреть, кликнуть, пересмотреть и вернуть сюда. Я вас жду здесь, да. Продолжим. Итак, первая покупка, которую я вам сегодня покажу, это стали вот такие вот классные, милые татушки с единорогами. Да, это единороги, потому что в One Love много единорогов. Я сами наклейки еще не пробовала, о них сказать ничего не могу, но вроде бы пока все нормально. Которую я покажу, это вот такая вот милая ручка, на которой написано Vitamin Ball Pen. Она вот так вот вытаскивается. Еще можно сказать, ручка нормальная, пишет неплохо, а писать, в принципе, удобно. Следующая штука, которую я вам покажу, это вот такая вот синяя пудра для волос. Всегда такой мечтала, потому что, ну, вы же понимаете, очень хорошо красит даже мои крашеные в рыжие волосы. Синий прокрашивает очень хорошо, дошла быстро и... Ну, это круто, ребята. Еще, которую я вам покажу, это вот такая вот раскраска Secret Garden. Это оригинальная раскраска, но она в уменьшенной версии. Поэтому она такая дешевая. Я, честно говоря, думала, что она будет побольше, но не получилось. Поэтому, ребята, еще раз говорю, очень внимательно читайте описание, чтобы не быть как я. Следующая покупка, которую я вам покажу, я уже заказывала подобные браслетики. Это браслет на руку. Здесь надпись Believe. Знак бесконечности и знак даров смерти. Те, кто любит Гарри Поттер, сейчас поставили палец вверх и дали пятюню. Не получилось. Покупкой стал вот такой вот колончик на троих, на котором написано Best Bitches. Это для моих троих бичес. Я третья. Для моих еще двоих бичес. Моя Виагра. Это тяжело. Короче, забейте. Сам колончик очень качественный, цепочка офигенная. И вообще качество на достойном уровне. Следующий кулончик, который я заказала, это вот такая вот классная и милая совушка. Она пришла реально очень крутого качества. Это офигенно, потому что стоила на копейки. Что еще сказать? Качество хорошее, цена приемлемая. И следующая покупка, которую я вам покажу, это вот такая вот расческа Сен-Гутир. Естественно, это не оригинал, но учитывая цену, который в магазине, из-за которого я купила, это идеально. Расчесывает расческа реально очень хорошо. Так что я всем советую заказывать такие штуки на AliExpress, потому что они, ну, реально не хуже. И цена приятно удивляет и радует. И да, если вы сейчас смотрите этот кадр, то вы правильно поняли. Да, не получилось шутка. Ну да ладно. Короче, да, последней покупкой стала вот такая вот пижама Кигуруми. Боже мой, я всегда такое мечтала. И тут получилось, что я еще ее и по акции купила на AliExpress. То, что меня приятно удивило, то, что реально очень хорошее качество. И, боже мой, посмотрите на этот друг. Посмотрите на эти крылышки. Посмотрите на этот хвостик. Это же, боже мой. Ну что ж, ребят, я безумно надеюсь, что вам понравилось это видео, поэтому поставь палец вверх обязательно, подпишись на мой канал, если ты этого еще не сделал, не забывай про челлендж и вопрос-ответ, и всем пока!